под богами, если он с какой-то зарядкой будет, он может очень часто стелить. Застрял, не заметил, так. Пору стримеру, да. Так, стример-новичок сегодня. Что еще можно сделать? Можно бога ворков сыграть. Сильно этим. Можно вот так сделать, наверное. Да, беста просто можно забрать. Есть под эту перк? В принципе, есть. Можно и войдом сыграть. Марш есть. Можно букв дед собрать. И войдом сыграть. Вообще изи. Пока что он дал фигурку. Кстати, ролл во втором. Если шансы посчитать во втором. 30% на двоечку. То есть, а у меня все двоечки. Роли. Жестко. Боговорки. Боговорки, ну это с легами, да, если хочешь. Ну да, тут получается, что мне в любом случае замазываюсь в эту игру. Что там, тэчс есть? Нет. Праймал есть, тэчс есть. Да, орка оставлю. И под тэчса, скорее всего, да, тоже. Все забираем. Луиза. Да, так. Размерились на пинах, теперь на войдах, next на варах. Ну на варах сейчас тяжелее стало. Может быть, пальчик, разомнемся. Не, все равно у нас приоритет лейт будет, ты видишь. Да. Разминка нужна. Так, шмотки угадывать будем, да? Раз такое дело. Я так делаю, потому что марш есть. В принципе, могу и так собраться. Да, это дело, потому что марш есть. Я, в принципе, могу через маршбук собрать. И очень сильно сделать без стенда. Если получим какого-то орка сильного через панду, то зачилимся сразу же в лейт, попробуем сходить. Птичка сильная, но она бьет не того. Сильно, но бьет не того. Да, еще один Накс. Еще один орк, точнее. И у меня подлагивает почему-то. Призов вроде ничего нет, не показывает. Так. Раз, два, три. Сины могли бы как раз вот как в прошлой игре Вова играл. С кентаврами тут играть, да, но кентавров тут фул нету, кентавров сильных. 4 беста вот там. Еще панга какого-то можно было, можно сейчас получать, если играешь через этот. Через Reaper Tools. Go в левел, пока рано. Пока рано, мы и так сильные. Я думаю, что рановато. Снайпера поставить можно. Не, ладно, так продам тогда его. Энджака не скрутился, это плохо. Да, это плохо.
Души, пожалуйста. Ну, пожалуйста, сделай дело. Ну, молодец какая. Какой же он молодец. Так. Тимбера поставим. Пак стапнулся, если бы стример... Если бы стример не раком был. Ну ладно. Так, левел, как тут идется в левел? Через репку, да, идется в левел? Ну, тогда не страшно. Просто двадцатку выйду. Так, рыбак, прист. Гоблинов тычется, рыбачит тоже, да? Короче, твои могут поймать, что интересное. Пока что чилим. Я бы на самом деле марш тут играл, потом может что-нибудь как-то вышел. Сильное что-то вот такое. Шмотки хочу набить сначала. Слушай, что Мартру добавили как нежить? Она и так нежить, да? Нет? На самом деле или нет? Вот по этой, по истории, по лору. Эльф, нежить, я не знаю, кто она. Призрачный убийца. Насколько это правда вообще? А, новый герой. А, ну я не в курсе, добавили. Понял, понял. Ну, может, кстати, добавят. Может, кстати, добавят. Я, ребят, не знаю там, как по лору тут. Что там, как, почему. Да. Баха лапницы поставим. Тут еще идем. Да. Так, два приста. Ну, я даже винстрик сделал. Желтенький винстрик. Хорошо. Так. Главное, панды никому не кричат. И лучше бы и не кричали. Тут 55 голдэш сделали. Тут бы хаты 2 был ранний. Перки многие устраивают, устраивают. Раз, два, три, четыре. Возможно, пять, если мы чисто опять нубством займемся. Вот здесь под репку хорошо уже, одного хома осталось найти. Вот это подролить. Это подролить. Варианты-то хорошие. Да, в крипов и так я думаю, что есть. Но мне так видится. Лишь бы не мерзли. Нормально. Ну, марш, очевидно, да. Сейчас готовимся под марш. Ну, марш, кстати, блин, реально можно войдом отыграть. Как думаете? А тай... А. Да. Хотел подрались, потому что у меня желтый стрик, но я не успел.
подролиться. Но мне нужно двоечки закрыть. Ну, соображаю долго. Из-за этого проблемки могут быть. Я еще и проиграть мог здесь. Добрый день, привет. Сегодня пинаем младенцев? Да нет. Сегодня просто играем. Кто там игры будет? Какие будут? Так. Тоже можно взять. Да. Ну, крипов-то я орками могу дефнуть, думаю. С Джаггернаутом я им сыграю. Да. Марш. Нормально, арт у нас. Так, у шмапа есть, да? На крипов то внизу еще одного бестмастера, тогда идеальный деф будет. Если идеальный, то два бест... я думаю, и войдом тогда деф, но справлюсь. Крипчиков 7 левел. Так, тут я немножко это стоим как-то не лучшим образом. Это не ушел. Блин, пошляпка плохая очень. Ну, тут у меня две птички. Они магическим уроном бьют. Шляпку, в принципе, могут и добить таким образом. Плюс тимбер чистым бьет, да. Мне повезло, что у меня такая команда сильная. Тринки сильно. Оба хаты здесь. Буха тоже поставлю, точнее. И по зомби. Заходил уже сильный, так что нормально вроде все. Что это снайпера? Тут АМа нету, вроде я нормально живу. Где не живу. Да, вроде похоже на то, что меня пак добьет. Очень сильный пак. Он 7 левел. А, он с рипером. Так, ну да. Вот я думаю, что этот, в принципе, может дефнуть. Ну, мне так кажется.
Вот как видит, вот я вот не знаю. Тяжко будет, но я надеюсь, что получится. То есть Огар дает мультикаст, все кастят. Так. Вроде дал, да. Почти не дал, кстати. Не, идеально тут все. Все будет хорошо. Все, маска. Так, ну обязан вот так брать. Я выбираю. Хорошо, играю в эту игру. Кто согласен, плюс чай. Так. В принципе, это все втянем. В одну маску втянем. Повезло. Так. Хорошо. Так. Так, теперь задача у нас через Волт наролиться, либо через Фэмили. Левел не идем, крипов ДФМ. Бист, ванов, там, два оф. Можно добавить юнитов, каких мы будем... Помимо этого всего играть. Крит на 2К вылетел, да, тут жестко все. Так, вроде никто ничего не поймал. Драконов. Драконки. То есть мы сейчас можем добавлять к войду каких-то юнитов. Ну, пора было же демонов на самом деле. Просто можно через одного беста выйти. Ну, очень много кастрюль. Да, 6 кастрюль. Как-то надо подрали у этих будет. Что-то мека может быть, да, какая-нибудь. Просто сапожок. Да, звуком полегче. Раунд не затерпели, получается. Эльф зашел. Монополия есть, да. То есть два перка, в принципе, и через монополию. Ну, идеально, наверное, фэмили, потом марш взять. В принципе, фэмили доролится, потом марш. Это, наверное, идеально. У меня 80 надо держать, тут только будет. 3 часа нету. Птички-то у меня сильные должны быть. Да, птички очень сильные. Птички тащат. Ты деф не в 5-м левеле, марш в 20-м. Ну, с учетом бука, смотрим.
Думаю, да. Посмотрим. Надо. Так. Вот не знаю, мне бы два этого. Вот мне кажется, да, вполне может быть, с учетом, что крипы сильные. Точнее, это. Не. Ну, мои крипы именно. Этим. Может быть и деф, но может быть и нет. Они же очень сильные с подбуком. Может, я просто найду? Ну все, не парись, стой. Дефнемся. Так. Зема не деф, что там? Может быть и деф. А деф это, что не деф? Давай первым делом, а так сделаем. Доролись. Чантрис удалена. Рен удален. Ну, давай, можно дать. Слава Богу. Момимба. Разбор буду делать. Там сделаем, да, мы. Красота-то какая, лепота. Согласен. Я думаю, троечки надо сделать. А уже потом выходить что-то посерьезнее. Да, закроем сначала троечки. Так, это что у нас такое? 9-й левел. Экономики еще. Мне бы марш второй раз взять, да? Тут я посмотрел. Ну, на поле, наверное, можно. Что быстро. Став.
summon the demon witch. I may be faceless, but I'm not maceless. The water's heart. Вон, так. Потеряем. Так, потом я хочу, когда буду ролиться, я хочу что сделать? Под монополию тоже юнитов убирать. N26, наверное, монополию возьму, чтобы сразу левел выкрутить, чтобы сразу сильным стать. Да. Верно, так сыграем. Мне, кстати, хорошо слышно, или тут ближе надо микрофон ставить? Что давно не стримил, могу не понимать. Так. Так, разбираю я Тимбера, сейчас его в троечку доролю. Все отлично слышно, ну хорошо. Вот это вот установлено. В сторону подрали, вот там. Да. Еще одного биста я нажму монополию в 26 раунде, чтобы мне больше голды дали. Смекаешь? То есть тут как дается, апаешь Тимбера 3, если он единственный на карте, тебе за него дадут 4 голды. Если есть у кого-то дубликаты, я здесь вижу дубликаты 1, 2, то мне дадут 4 плюс 4 плюс 4. И так я апаю биста сам, самостоятельно, плюс самостоятельно сверху еще собираю одного. Я сам получу 8 голды и буду доволен. Релакс, здорово, Максим. Здорово, чуваки. Мом бисте, да. Так это на вайдах мом бисте хорошо работает. Это я сам так сделал. Так надо. Это я целенаправленно так поступил. Меку еще сделали. Тимбер тут есть. То есть мне на следующий ход просто голду засчитает за Гритволд. Я нажимаю монополию и дораливаюсь. Я думаю, нормально тут это. Ладно, не то, немножко не тот улетел, но ладно. Так. Так, сделаем.
Да, у меня здесь войда нету. Просто не тот улетел. Тут варлоки, кстати. Он меня добил. Сейчас я усилюсь. Нормально все будет. Некробук еще? А маска нужна еще одна. Сделано. Это пока не буду монополить. Сам за монополит сейчас что-нибудь возьму. Так, мне нужно левел выходить высокий. Это просто разоберу. Арфа закрыть можно, да, успею его закрыть. Класс. Я на Лего весь поставлю. Михаил, привет. Да, я уже жесткий должен быть. Я уже должен теперь уже с ним лучше играть. Морфейс, в принципе, можно. Самое время дуэльки качать. Что по экономике 345 сделали, да. Но вот здесь тоже много экономики, он наравливается. Так, что меня устраивает, сейчас буду смотреть. Перед без статус вытираем. Он живет еще. Лего легендарку или легион, куда я шучу, Лего, обычную Лего, которую я просто поставил, просто почилить. Она мне не нужна. Ну, виспа в легендарку, да, виспа в легендарку, очевидно, да. Бро, если по окончании раунда успеваешь выставить на стол панду, она может родить? Может? Как мы знаем, может. Если у тебя до этого панды стояли, скорее всего. Да, может. Да. Опять он ко мне зафает. Роско. У меня БФ, да, если что вдруг. Либо 3D. 3D, что интереснее нажимать. БФ в Увермеке. Ответки. Как-то пока тоже не очень. Пока так будет. Так сделаю, чем-то лапнем, чем-нибудь найдем. Вот так морфа, в принципе, два стафа. Насчет тридента непонятно. Касл, привет. Паш, покушать, привет. Удачных игр, да, Михаил. Так, зачем вам вести, потому что я играю войдом, на меня негативные эффекты не действуют, мом, ну, именно эффект минус брони сбрасывается. Это нормально.
Да, еще не край, если мы будем делать. Все, да, так. Могу еще один некрас сделать для Вайда. Я разбор буду делать уже после крипов. Ой, до крипов этого морфа сделать. Дефет. Да, Триден хорошо тут, на самом деле, тварлоки всякие. Что там, мантис? Нормально должно это быть. Там проигрывает, магия выигрывает его. Филиц. Так, сейчас будем подраливаться потихонечку. Так, вопрос. Как этот, где может отыграть вот этот Трident? Скорее всего, морфа такая. Если будет, не, да. На разбор. Остальное я оставлю. Под крипов можно Рубика нам прям взять. Нагу, селедку. Крипов, кстати, могу не дефнуть, да, возможно. Но если в двоечку все будет, возможно, возможно и таким столом дефну. Кстати, на шрауде. Блин, морфом. Да? Да. Сейчас у меня близко тут закрытие. Да, на крипах я думаю, что усиление надо сделать. Ну да.
И меня тоже дефает. Так. Какой-то сильный. Это, кажется, монополия, да, была. Так что Луника я вряд ли соберу здесь. А, нормально, нормально. Так. И ответки идеально тут. Этому уже не лезет. Так, у меня идеальный стол, вообще идеально. Я разберу потом. Эпоху можно потом сыграть. Тенаги в бане, кстати, да. Да нормально, дефнули. Левел нужен. Да, и тут. Я сам справляюсь. У меня разбор есть, если что, вдруг. Вот куда я вот эту вот секретку классико закину, пока вопросики. Импульс, привет. Мне наги не нужны, даже против 9 мага, там 6 мага не нужны мне наги. Потому что сама по себе синергия войдов может быть лучше даже, чем наги. Тут у меня есть мека. Крипов как-то тут надо дефать. Кстати, надо было тридент, наверное, на крипов оставить, ну ладно. Ну да, ошибся, я ошибся немножко. Тридент на крипов надо было оставить, ладно. Ты задефал 35, да. Тридент на крипов, это я ошибся, я считаю. Ну ладно. Афа, я думаю, может и так получится дефнуть. Так. Тридент крипов, да, согласен. На самом деле, крипы, может, и не нужны будут. Просто Эблторн сейчас намного лучше смотрелся. Так, 56 голды надо. Оф, это сделаем, поставлю. В принципе, два стафа. Сборы. Но я не должен проигрывать.
Ответка. Стример опять на войдах и мипа, но он новичок на стримере. Че не поделаешь? Классико. Ким Тич, привет. Марфа можно продать, да, можно продать. Кстати, на крипах можно было продать, если бы мы... Но я думаю, что, скорее всего, мы чаще дефали, чем не дефали. Второй догон. Гем. Он не вылетает, ну да, вылетал.